А скетча не будет, так как сегодня мы сделали дневной стрим, и я просто не успел его записать. Но, сразу понимая и предвкушая ваши вопросы, мы вместо этого сделаем еще один вечерний стрим на Твиче в 7 часов. Как только ты досмотрел ролик, жди еще 50 минут примерно, и иди шуруй на Твич, ссылка в описании, смотреть стрим. И в следующем ролике я сделаю сразу два скетча. Салют, ханты! Добро пожаловать на новое видео. И сегодня короткая мосинка плюс лук. Настолько сильно мне понравилась данная сборка, что теперь я не могу выпустить из рук мосинку вот уже 3 дня с момента того, как мы там отсняли этот видос. Надеюсь, вам понравится данная сборочка, так как лук заменяет дробовик, а мосинка, собственно, заменяет любой ствол в плане там пистолета и бьет больнее даже на дальней дистанции. Поэтому с тебя по классике сраный лайк, сраный коммент. Ну и, естественно, подписка на сраный канал. Спину хуярят! Да. Спадало оттуда. Блять, автомат! Уходи, 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 блять. Короче, отходим нахуй. Удаляем игру. Тут автомат. 50 хп. Ай, блять! Я ушел. Ушел. Все. Ебать! Не время об инфе. Вот это он мне шмальнул. Откуда он выглянул? Из окна? Я не знаю, он мне в затылок нахуярил. Просто мне кажется, у нас вот прям здесь где-то близко. Пошел нахуй. На мне. Блять, я проебался. Если бы я на полсекунды, да. Я мог ее убить, короче, это я еблан. Ну, типа, я бы ее убил. Я дурачок реально. У меня некроманта даже нету. Я теперь в ее власти. Ну, в теории, я, конечно, ее озадачил хуйней. О, ты бабу убил? Положил. Это баба с автоматом была. Да ты заебал, прекрати. В окно не прыгай только. Вот сюда, сейчас мы тебя откроем, вот здесь стой. Макс, открывай. А мне идет. Заходи. Заходи. Да, убил, убил крокодила. Прям. Да. Там поднимай. Он был. Крокодил и все, да? Бог ты я еще только крокодила видел. Я его ловушкой. По-любому еще кто-то будет. Хорош. Босс белый, блядь. Блядь. Что вы хотите? Парни, босс-то белый. О, огонь. Коробка упала. Есть коробка, надо кому? Двери закрываю. У нас тут все двери открыты, выбиты. Я это... Аккуратно. Нормально. Метки на вас не дают? Нет. Они последние далеко были. Я до саплая побежал. Нихуя себе. Я о, нашел. красно. Да. Они здесь, по-моему. Короче. Да, двойка. Чекнешь? Двойка на 270. Ага. Да, я их там ровно и слышал. Но они подходят, ну, ближе. Нормально. Пусть приходят. О, ухай, уходим. Угач? Ну, конечно, блядь. Дал разок, у нее что-то на кровотоке. Я это, как его, подъем перекрыл. Угу. И второй надо перекрыть. Они оба там, блядь. А их трое, уже трое. То есть... Один здесь здание. А, там получается, да? Один здание здесь на первом. Блять. Да, двое вон там. Пизда, нахуй. Поднимите, плиз. Там двое, это, дриллинг, блять, на кровотоке. Подними аккуратно. Ощущаю. О,
Нихуя, ебать ты это. Путеводная звезда. Стратег. Так, ну у меня не осталось нихуя абсолютно. Там что, несколько дрилек? Короче, думаю. А они все сюда перебрались, понятно. Какого хуя? Какого хуя? Блять, я 3 выстрела в нее сделал. Ёбаный, блять. Пиздец, каждый выстрел. Я тихо, с ума на 180 урона. Тихо, пожалуйста. Я прям бегу. Давно въебалось. Убил? Над тобой здесь. Ал? Здесь у меня есть. Минус 2. Некит, над тобой вот здесь. Блять, мне говно закинули. Он обходит здесь. Ушанули меня. Уже нет. Так, чекаю. Где он? Да, все внизу. Все внизу, все справа. Ну-ка. Да-да-да, все чё? Справа. Отлично. Минус 3. Блять. Лук. Лук на минус 3, да, блять. Одного закидало ключами, стрелами, забыл, что у меня ключики. Нахуй на тебя, прикинь. Там вот сверху просто в здание зайдите, охуеете. Реально вафля, пиздец. Ты можешь зайти к ним прямо в полицейский участок и взять оружие любое, какое ты хочешь. По закону. Да? Класс. Да, это можно. Это разрешено. Но в России получ пизды. Я прям так и приду, типа, ну некит сказал, что можно. Ну что, он мне допиздел, что ли? Они такие, чё? А что, он не врет мне? А прикинь, они такие, а, некит сказал? А, ну ладно. И на руку. Да-да-да, типа, окей. Как это, пора. Красно-красно, люди. А, хорошо? Да. Отставить хуйню. Ну, блядь, мне не нравится, скачу. Во-во-во-во, у меня здесь. Справа вроде кого-то слышу. А у тебя? На нуле. Понял. Ебать, ну конечно. Да иди к ты нахуй, лимат карабин Фелис, 20 метров, я в нычке. Подними, подойди просто, подними, все. Да беги, хули ты крадешься, блядь, мышонок. Давай быстрее. Все, ну, пизда. Что? Поэтому. Тебе, да, блядь, ты бы успел 9 раз. И вот и помогаю людям, блядь. Да ты бы успел 9 раз? Сука! Блядь! Ты... Как вы сидите этими ловушками? Блядь, Макс. Где вы нахуй вместе? Там убил. 2 человека. Одного убил. Дал, вот здесь. Хорош. Попал, не знаю, в нее, нет? Блять, нет, не попал. А ты не целишься? Поднимай, бегу. Да, еще народ есть. Беги. Он за спиной с твоей был. Я понял. А, кстати, блять. Хуёво. Все плохо, блять. Ну ладно. О, блядь, сука. Убил. Метка красная. За Макса и двор стреляю в упор, нахуй. А, блядь, это бомж. Пугает меня. Аксуй, метка же есть. Ой, блядь, здесь двое. Чувак прошел. Вот, да. Кто на улице? Кто на улице? Я на тройка. Улице. У тебя в спине. Спина где? Блядь, там где? Блядь! В спине, блядь, я на вас смотрю, в спине, блядь, развернулся нахуй. Зачем я, блядь, развернулся?
Она одна впереди. В доме где-то, да? Вот здесь. Дал, ну, убил. Все, никого нет. Сука. Блять, это ролик про Мосинку, блять, будет по итогу или про лук, я нихуя не понимаю. Смотри, блядь, тут какая кракозябра, блядь. Некит, знаешь, как я сдох? Я вышел сюда такой, целюсь вон туда. Ты такой, в спине, я такой, где? И у меня в спину, нахуй. Ой, блядь, что происходит? Короче, 240. Ну, они далеко еще, да. Их двое, что ли, да? Да, 240. У меня 3 секунды еще есть, что. Посмотри, метка сколько... Метка заорал, они рядом. Я двоих вижу, они в соседнем доме. Да-да-да, их двое. Пусть в окно выглядит на втором этаже. Ага, понял. На второй этаж поднимается в этом здании. Вон туда, да? Вот сюда, как я понимаю. Ну-ка, чекай меткой. А, не, я наебал вас, они вообще на улице. Вот здесь ходят. Сейчас флешку кинет, по-моему, флешку. Блять. А, кидает. Уходите. Ты сука, блять, бесит. Есть ли круха поднять его? Да я на улице. Нету. Он на улице еще и вдобавок, да. О, в говно мое наступил. Это здесь. Минус один. Блять, я взорвался. Мы все умерли, да? Блять, да, я думал, ты меня... живой, пиздец. А сколько меня, осталось короче, людей? Я опять... Ой, вот, все. Все, это был последний, я не знал, что он там. Пиздец. А я, короче, первого убил. А на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось видео. Как по мне, сборка, ну, реально, очень хорошая, очень смешная. И повеселиться, и постреляться. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, комменть. И увидимся через час на стриме. Пока-пока. Да, у них секунд мужик нету. Кто-то горячий. Минус. Хорошо. Ну все, один остался, получается. Справа где-то. Секунду надо взять. Блять! Убили? Сразу? Ой, хорош. Блять, Макс. Он нас обоих положил, одним выстрелом. А я сейчас... С Кингом нет, он 2 выстрела сделал. Два? Угу. А он вообще 4 выстрела сделал. Он меня не попал ни разу. Хорошо.